Здравствуйте, дамы и господа, и сегодня я, сварщик, и мой друг Феникс. Снимаем обзор на Диабло. Вот это дикий угар просто. Отличное начало дня. Ты чё гонишь? Я решил 3 секунды не подождал. Сыграть охотником на демонов. И прям сразу пошел на гейский режим. Да, я не робкий. Ой. И сейчас попробуем это как-то покомментировать. Диман, есть связь? Да. Ну и отлично. Ой. Начало, конечно, скучновато. Игра вышла где-то в середине лета. А, нет, даже в конце весны. Это у нас в Рашке. Это я ее купил в середине лета только. Да. Ну что же, давайте защитим деревеньку. Я не помню, сколько раз это уже делал. Я уже защитил деревню, но не знаю. Ну раз что... Я здесь, по сути, крабус. Так что прошу тапками не кидаться. Имею при этом 60-го колдуна. Диман, вот сейчас все скажут, что я профи, начнут на меня орать. Вот у тебя есть нормальный перс, а играешь как дно. Зачем мне такое? Так, что же. Так, это книжка. Томик историй. Томик истории, нового Тристрама. Да. Здравствуй, Лия. Зомби. И тут пуф, взрыв, свет! И тут у нас новый скилл. Бросок кинжала. Господи, я помню, играл на своем обычном персе, это был самый убогий скилл. Я же его вообще первый... Пока третий уровень не апнул, это использовал только. Скилл просто архи-убогий. Если не изменяет память, где-то здесь еще один томик. А, таки да. Нахрен тебе нужно. Кстати, ну а чё, опыт. Да и тем более, ну просто история. И не нужно сидеть читать. Ты хоть раз читал? Знаешь, честно, да и не раз. Ты знаешь, я такой люблю почитать что-то. То есть история здесь подается в таких удобных дневниках. Частями. Так что достаточно удобный, приятный. Не отвлекает от боя. Как же мне помочь вам? Свари что-нибудь. Оп. Так. А, не знаю, этот клинок жрет с нереальной энергии. Ну, многовато. И при этом, я не знаю, убийственность его. Ну, даже твои хп не вижу, потому что у меня не полный экран. В каком смысле? Так, первая наша бронька. Множество самых невероятных существ. Тем не менее, проклятые матери стали для меня огромным... Проклятая мать. Это бывшие служанки королевы Асилы, которые были убиты, а затем воскрешены с помощью чудовищной магии. Теперь... А ты, Диман, что, не в полном экране? А затем... Или... Да, это мои заморочки со скайпом. Ясно, понятно. Я уже все разрешил. Все под контролем. Так. Что же, ну-ка, обыщу трупы. О, кого-то стошнит. Да уж. После просмотра этого видео еще многих такие будут. Оп. Оп, и просто нож в череп. Ну это так неплохо так. Хотя вроде кинул клинок, но вот кучу скута ему ребра содрали. А, ну-ка. Даже ничего нету. Что за бедняк? Почему такие бедняки мне на пути попадаются? О, нормально. А пенек-то оказался побогаче, чем сторожевой. Ну просто за нас что-нибудь было. Вернется, скажет, что, блядь, что за валан стырил, нет, все. Знаешь, сколько таких вот ходит уже зомбаков по округе? Оп, какой-то труп. И опа, экшен.
Меня заманили в ловушку. Ой-ой-ой. Да, это героический режим, и если я гуфнусь, то я гуфнусь с концами. Только этого и жду. А, петух. О, перчаточки. На самом деле, первые уровни эдак 10 можно подбирать все подряд. Даже не 10. Первый уровень 6. А после этого стоит подбирать только синие вещи. Потому что они хоть какой-то имеют смысл. И добивающий тебе нож в голову. Со второго раза попал. Красавчик. Возьмем топор. Мы можем, да, носить отдельно, да? А, нет. Что же? Не жертвовать же нам луком. Так. Сферы здоровья. На случай, если непредвиденного гуфа. О, записочки. О, нормально. Вот благодаря таким маленьким вещам, которые хоть разнообразят. То есть так идешь, труп обыскал тут. Оп! Гоп-стоп. Мы подошли из-под земли. Ну-ка. О, лучше. Чуть-чуть, да, лучше. Чутка, да, что-то лучше. И опять вспышка, взрыв, третий уровень. Просто прям град. Спасибо. Это же третий уровень. Это же третий уровень. Что же? Мне нужно больше времени. А мне нужен зиккурат, и что? Ему время. И теперь... Теперь мы стреляем... Какой-то нереально здоровой цепью, трезубцем. Не знаю, таким убить можно. Так, замедляют противник. Причем нескольких. Цепи скачут с врага на врага. Угу. Ну что же. Та-дам, та-да-дам. Вот что смешного? Подумаешь, не попадаю ножом с первого раза. И что? Косоглазие какое-нибудь. Косоглазие. Ты Шурика видел? Шурик, это отдельная история. О, это долгая история. Косоглазом, парни. При нормальных глазах. Скорее, при про неадекватного парня. Ха, смотрите, у них даже эти клинки остаются в теле. Ну-ка, ну-ка, надо проверить. Подтвердим эксперимент. А, смотри, в башке торчит. Ну-ка. Блин, эти, это слишком... Черт. Это слишком слабое. Слишком мало ненависти. Слишком мало ненависти. Просто... Размозжил. О, какой-то погреб. Мне казалось, левел как-то быстрее берется. Парень, ты еще не был на 60-м левеле, когда нужно 8 миллионов опыта. Вот. А сейчас мне нужно сколько? А сейчас мне нужно 4000. А там 8 миллионов, да, ты понимаешь? Не, ну 60-й это 60-й. Ну, а сейчас там какой? Третий. На третьем 4000. Ну, таки много. Такие... Ну, не знаю, по-моему, нормально. Обязательно ломайте всякие бочонки. Я помню, один раз мне из бочонка выпала такая вещь, с которой мне с финального босса не упадало. Так что... Ломайте все. Всякие залежи, мусор, обыскивайте трупы. Мародерствуйте. И вам воздастся. Если повезет. Да. Собственно, ну-ка. А, бедняк. Задолбали. Что же, телепортируемся в городок. Что, поговорим? Спасибо, пожалуйста. Так, что же, возьмем кое-что. О, теперь она ходит с нами. Что же, вдвоем веселей. Так, немножко прервалось.
Эдри моя мать, но мне мало. Со всеми бывает. Она умерла, когда я. Не у всех с первого раза получается. Меня воспитал дядя. Так, ну-ка. О, труп. Богач. Теперь я сказочно богат. Кстати, в героическом и обычном режиме золото расчисто по-разному. Если там у меня около миллиона, тут 5000? Откуда у меня 5000? Я еще даже вроде ничего не продавал особо. Ну что же. Награбил. Награбил. Грабитель. Так, спустимся в подвал. В подвале. Котел. Котлище. О-о-о-о-о. Пацаны, вы чё? Я ваш. Смотри, у него череп утыкан ножами просто. Сейчас, ну-ка, чё будет. Оп. Оп-оп-оп. Замедляем. Ударил, отошёл. Я не хочу умирать. Ой-ой-ой. Бежать. Чёрт. О, хорошие эти ботиночки. Крутые. Лучок. Теперь я крут, теперь у меня синий шмот. О, лук. Тоже неплохо. Так. О, сундук. Мой первый сундук. Господа, отметим это. Похлопаем. Наш первый сундук. Конечно, аплодисменты ему. Вот ключ и дневник мамы. Да, сначала сундук открыл, а потом ключ дал. Так, отправиться к собору. Ну-ка. О, может поговорить с ней? Мы за это что-нибудь получим? А, конечно, ну там неинтересно. Ну-ка, тоже подобрать. Потом продадим. О-о-о-о-о-о-о. Прямо вот сейчас. Да ё-моё. Просто минус. Два удара, 8 дырок. Просто в упор давил. О, они все лезут и лезут. Так, обыщем. Да ладно, три трупа и ничего. Бочка тоже пустая. Да что? Что за пруха, а? Бомжарский район. Действительно, они бомжи пасутся. Старая Тристрамская дорога. О, какая-то подземка. Ну, что-то по обилию... Ох, ё-моё, не зря мне это обилие костей испугало. Уже поздно. О, какой же трест. Умри. Ну, офигеть, убил там человек 5, выпало 5 золота. И еще 2 золота. Да мы просто короли этого мира. А, денег уже 6000. А, ну там же задания даются, в общем-то. Типа там, не знаю, сгоняй туда, принеси это, сгоняй с ней, сходи к мамке ее. Получи пирожок. И просто пока не вылез. И тебе тоже. Это фаталити. Так, здесь что-нибудь есть? О, есть пенек. Слушай. Пеньки и богаче, чем люди. Да. Я бы сказал, 10, даже больше трупов и... первый бедный пенёк. Просто не повезло. Вау. Давай еще немного додраться. Да не издеваюсь. Ну же, давайте, кто на меня? Просто нужен один труп. Давай, пуф, прибил, фаталити. И тебя. Все живы. Да нет, двое ушатаны, двое живы. Размен. Так, что ж мы получили? Шипы. О, сейчас опробуем. Оп. Так, если у нас шипы замедляют, то зачем нам замедляющий выстрел, собственно? Вот это у него пердак-то порвало. Так. Может показаться, что макабры, тогда выбираем этот скилл. И все. Идем дальше. Ой-ой-ой.
Еще прибьет так, еще не замечу. И перс умрет навсегда. Из-за того, что скилл... в начале игры. Скиллы зачитался. Так, если есть люстра, значит где-то должен быть выключатель. Пуф. Минус 2. Так. О, нормально. Бронька. Нормально такая бронька. Да уж. Хлам. Такой хлам. Полезное есть. В стеллаже смотрим. О, нормально. Походу здесь какой-то... О! Для тех, кто не слышал, говорит, что я его прикончил. Ну, так и быть. Странный какой-то парень. Парень, дорогу хотел спросить. Взял сдох. Неожиданно. Ломаем стулья, крушим бочки, будь плохим парнем. Стоп, а где серия за разрушение предметов? Не в этой жизни. Чё-то подсказывает, что да. На. Стрела просто как пролетел с какого-то другого конца. Зала. Я всегда напрягал, что чтобы дернуть за люстру, там надо было куда-то идти, фиг знает куда. Ну, как ты еще ее спустишь. Ну вот если нормально было, вот если рычаг стоял перед монстрами, а не за ними. Потому что пока они увидят, пойдут за тобой, они уже, ну, сдвинутся с места. Ой-ой-ой. А кто-то был еще. Ну-ка, люстра, люстра. Отлично. Вот видишь, она за ними стоит далеко. Может, рассчитывали, что ты с другой стороны пойдешь. Новый рекорд. Так. А ну-ка, еще труп. Богач. Открываем дверь. Ставим мину. И пошли на стрим. Ну-ка, здесь тоже должна люстра быть. О, я укатал. А где выключатель? А, вон он. А, блин, меня сейчас сожрут. Нет! 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 Господи, выбрался. Взяли меня в коробочку. Ей-богу, уж я не помню, как. Ты жестко мобы зажимали. Я уже и таких времен-то не помню. Так, а что я получил? Я же что-то полезное подобрал. Штанцы, что ли? Ну и ладно. Когда-нибудь все эти предметы будут забиты желтыми шмотками. Ну не в этот раз. Ну да, эпизодов через 10. Так. Если этот перс не умрет. Достаточно верно. О, вот тут вот, нормально люстра. Вот, оп. Уф. Новый рекорд. Я прям рекордсмен сегодня. Так. Плита. О, нормально, плита такая причем. Давайте, по одному, уроды. Ну и где вы? Я такой фигарю. О! Нормально. Тебя просто ждали. Засада. Так, отстреливаемся. Вначале все достаточно скучно, уже акту третьему ты понимаешь, что твои ноги это... Ноги кормят. Ну как там пословица правильно, помнишь? Без понятия. А зомбари становятся все крепче. Так, на тебя, уроды. Все крепче, говорит, дух выстрелов. Да, раньше с одного. Крепчают гады. Мужик. Так, перчатки. Кто? О! Смотри!
Просто резко, неожиданно. Нежданчик. Было 4, стало 21. Нормально. Из грязи в князи. Из грязи в крутые перчатки. Так, ну, трупак. О, лук. Сбалансированный короткий лук. О-о-о. Нормально. Сломал дверь. Лайка про. Лайка босс. Так. Та-дам. Так. Так. Че, это только начало пещеры или тоже приближаешься к этому? Я, по-моему, сделал круг просто. О, сейчас смотри. Раздавлю их. Слушай, давай раздавлю их. По-царски. Я себя раздавил. Ого, жиртрес. Господа, я не имею ничего против толстых. А тут он, ну мало ли, ну вдруг. Да, это он сам толстый. И пошел настреливать. Блин, когда же откроется пулемет? Он на следующем уровне. Пулемет? Я ждал этого вопроса, честно. И смотри, взрывается, замок разорвет. Знал. Не пофиг на зомбака. Пулемет. Сестолк. Ну. Попрости. Оп. Первый наш монумент. Защиты. Так, и первая наша элитка. Как хорошо, что ли. Он уже дёры давал. Ты больше. Оп. Ой-ой-ой. Закрываются. И сейчас такой оп. Просто по-царски. Тут всякий лут. Подберем. Ну-ка там что-то выпало мне. А, ножичек. Ножичек это не к нам. Но все-таки темп потихонечку увеличивается. А жалких компаний зомбаков до уже каких-то элитных с поддержкой всякой массовки, которые все равно так же уходят за 2-3 выстрела. Ну а ты что хотел? Хоть это и героический режим, но сложность здесь немногим больше. Ну по крайней мере в начале. Да, в начале. А потом, дай бог выбраться. Окружат опять. Так уж не такие лохи. Так. Оп. Сейчас просто занимаем узкий проход и просто как спецназовцы защищаем узкий проход. Защитил. И просто карасики повсюду. Карасики. Ну кто это? Ну не знаю, пискарь или угорь. Карасики. Вообще это угри. Остановимся на карасике. Этот парень очень любил есть угрей. Нет, это не важно. Ого, замочи. Этому легко. Вот сейчас, по-моему, должен появиться пулемет. Диман, следи за движением. Да, пулемет. Отлично. Вот прям испытаю сейчас. Сейчас прям на этих, на предметах. Нифига там. Причем с лука. Да. Ладно, даже с арбалета. Ну ладно, многозарядный арбалет, допустим. Но энергии жрет немерено. Так что, Диман, извини, радовать тебя часто я не смогу. Ну, мне кажется, там чутка энергии, но я не уж все сами помрут. Ну, и то верно. Прислужники зла! Не подходите! Че знакомый? Чтобы его сейчас камни просто. Ну почему камень не падает ровно так, когда ему надо? И не на него. Почему все по сценарию? Призрак. Эх, старый дед Леорик. Ладно, фиг с тобой.
Неуважение к старшим. И тут деда накрывают. Нашего деда. Нашего правильного деда. Давай, иди сюда, я тебе просто с пулемета сейчас нашлю. Текс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Занимаем тактическую высоту. Сука. А, накрывают. Вот там мини-босс. Вот знаешь, это даже мини-мини-босс. Просто лох. Головоруб. Голову с плеч. О, что-то полезное выпало. Кажется. Так, ну-ка, что-то полезное. Ничего не выпало. Я вначале вещь подобрал полезнее, чем с этого босса. Ну что, дед? Ну, пожалуйста. Я что, еще не завалил? Все. Там было 100 скелетов, а у него какой-то, не знаю, палка-копалка. Но он храбрый дед. Он еще нас переживет. Да уж. Потому что переживет, это он многое перешел. Так, ну-ка, может, что-нибудь полезное здесь в округе? А, конечно, держи карман шире. Что же, отправляемся в Тристрам. Ты такие ролики видишь? Я обещал Лии отыскать ее дядю, Декарда Каина. Я нашел его, когда он пытался спасти от короля скелета. Типа сейчас деда нарисовали. А теперь это чудовище еще и преграждает мой путь к упавшей звезде. Так. Пум-пум-пум. Все, девчонка. Да. Все, пока радуйся, я пока с торговцем поболтаю. Так, все это продать. Слушай, 7000 неплохо, мы так это за один присест заработаем. Так. Не очень. Так. Че, Диман, че думаешь, что-нибудь прикупить или так пойдем? Найдем что-нибудь по пути. Ну, если у тебя хватит на что-нибудь нормально. Ой, да ладно, это что-нибудь найдем полезное, я думаю так. Так. Парарарарам. Пам. Кузнец. Декард Каин сказал, что ты можешь не сейчас. Иногда. Спасибо. Давайте поможем в кузнецу убить свою жену. Твою? Да, Диман, мою. Вон. Понеслось. Оп. Выходим, ставим мину. Пум-пум-пум. Просто нас уже окружают. Так, чуть валяется такое. Ну-ка. Штанцы. О, нормальные штанцы. Вся экипировка отображается, ну, внешне. И достаточно неплохо выражается. Так. Вот. Теперь у нас появился красный плащик, такой пафосный. А-ля Assassin's Creed. Хочешь что-то полезное? Че, просто заминируем эту бабу. На всякий случай. Давай, мужик, сам добивай. Фаталити. Два хп, ты что? Одно хп. Тебя еще убью. Давай, мужик. Красавчик, убил свою жену. Молодец. Ты обязательно он должен был сделать? Нет, ну так просто иронично, что ли. Ну да.
охотенько, но... Фигня. Так... Чё там, этот черт большой, с чёрт будет? Какой? Он босс. А, да вообще так это... Всё нормально. Ну, не очень далеко, но так. Тире-ре-ре-рем. Бум. Падальщики — гнусные, жалкие создания. Они питаются трупами животных. Так, не подходите ко мне, грязные псы. О, там это, алчный гоблин. Блин, только не вспугнуть бы его. Это с сундучком, который бегает. Который еще может просто свалить город, и я нифига не получу. Надо аккуратно так расчистить дорогу. Сейчас отведу подальше от него. Так, все, все. Ой-ой-ой. Все лезут, все лезут. Сейчас как бы не буфнуться. Так, хилка. Я чувствую прилив сил. Так, аккуратно. Это в юташни, даже два замаха появляются. Все, 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 так, аккуратно. Обкладываю его минами. Просто резко понеслась. Давай, давай, давай. Ой, просто слива. Сливак. Шаг. Ой, новый левел. А точнее нам открылась новенькая руна. Руна это... Это руна, которая изменяет, ну, усиливает, как правило, наш скилл. Так что благодаря этому вариаций чудовищно много. Скиллов много. А у каждого скилла есть еще 5 рун. Ой-ой-ой, меня тут месяц. И еще у нас есть где-то там, не знаю, около. Очень много пассивок, но из них использовать можем только 3. Так, ну-ка. Теперь стрела стала немножко черного цвета. Теперь чуть чаще пронзает. Короче, вместо 5 ударов с 4. Я сейчас скажу точно. Тут же это все. Так, пронзит. Шанс, что стрела пронзит, до 50% увеличивается. Ну, по-моему, она и раньше часто пронзала. Нет? Разве? Вообще без понятия. Все, такому пулемету просто можно спокойно зачищать. Сколько я сейчас убил, интересно? Вот, 11 монстров, нормально. За такие серии больших убийств нам дают прибавочки к опыту. О каждом убитом новом монстре нам дают порцию информации о нем. Ну, если интересно, можно так на досуге почитать. Потому что все это сохраняется вот в этой вкладке. Здесь можно читать. Все, что у вас. Все, что вы открыли. Да это, наверное, все наизусть знаешь. Ну, не без этого. Да нет, но... Ну, все равно иногда так. Для общей инфы. Да. Там, чтобы... Так как я... Сейчас, возможно, людей многие меня возненавидят еще больше, но я не играл ни в первую, ни во вторую Диаблу. А с помощью этих историй можно, ну, как бы понять, что происходит. Ну, и так, что там... Уголком уха слышишь, кто такой Тираэль, кто такой Декарт Кайл, и что было с первым героем части вторым. Ну, в общем, знаю все. Так, ничего полезного. О, какое-то подземелье. Ну-ка. Логово падших, уровень 1. Какая-то пещерка. Надеюсь, здесь есть что-нибудь полезное. Как бы тебя тут не накрыли? Да ладно тебе. Так. О, босяра. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. Так, пробиваемся к выходу. Ай! Больно. Не хватает ненависти. Так, аптечка. Господи, если сейчас умру, это вообще будет.
Позор моим сединам. Все, сделал, я это сделал. Смачно по-мясному взорвался. И ничего полезного. Лично для меня. Пойдем, пойдем теперь налево. Может, там есть что полезное. Так, а? Какой-то, не знаю, что это был. Труп шаман какого-то. Сундучок. Чаем подземелье за подземелье. Так, в общем-то, проходит вся игра. Меняется только сложность и интенсивность, и, конечно же, вознаграждение. Кстати, некоторым умудряются на этой игре реально зарабатывать. Так как хотя бы даже прокачка персонажей. Тем более здесь есть аукцион за реальные деньги. Диман, ты здесь? Да, да. Вот ты кидала. А чё я здесь? Сидит, молчит, господи. Хоть что-нибудь сказал бы. Хоть что-нибудь. Ну, допустим, недавно мне показалось, что тебя нахер разорвало. Если б не эта аптечка, а если я бы сильно ударил. Ладно. Фигушки тебе, не увидишь ты меня разорванным в ближайшие минут 10. На меня тоже смало накрывает. Потихоньку. Ну, что ж, апнем левел. И... Я думаю, сколько там уже минут 30 снимаем. Апнем левел и... Все остальное... Прощаюсь. Смотрите, да. Ну да. Почему? До следующего выпуска, так сказать. Ну да. А сейчас все-таки апнем левел. Если ты хоть кого-нибудь найдешь в этой пещере. Что же ты? Да ладно, пещера уже все. Пещера — это прошлый век. Где-то здесь должно быть кладбище. Моя логика подскажет, что где кладбище, там много зомбарей. И скелет. Где много зомбарей, там экспириенс. Это да, это да. Так, по-моему, кладбище было в другой стороне. Ой, ну почему всякие, блин, обрубки мне угрожают? А что им делать? Мозгов-то нет. Мозгов нет. Они мои хотят. Ну вот, пусть сидят твои. Глядишь, что появится. Уж поумнеет. Интересная теория. Ладно, о, сундучок. О, хотя бы хилочку получили. На этом уровне сложности хилки ценятся достаточно хорошо. Да ладно, чё ты. Да краб, ладно. Да, я как профи, без хилок. Ну, я до сих пор ни одной схил. Ну, не, ну... из своих запасов зелий. А сфер я уже тут, наверное, на сферах держусь. Так, кладбище. О, мое чутье подскажет, что кладбище где-то здесь. А также мини-карта намекает, что проход вон тут, который нас интересует. Давайте порушим могилки. Ты плохим парнем. Да-да-да. Ну что же, здесь 5 классов. У каждого прохождения разнятся. Был бы еще варваром, я бы тут
просто ворвался в гущу и рвал металл бы. Тебя бы давно уже убили. Не исключено, поэтому если вам не нравится ближний бой, но хочется безопасной игры, то лучше брать колдуна. Потому что у него уже в скором времени появляется заклинание призыв псов-зомби. С вами будут бегать три ваших подручных. Шахи. Да. Так, теперь где-то здесь нужно отыскать алтарь. Так. Карты генерируются случайно, поэтому если алтарь раньше был где-нибудь вот тут, то есть завтра он будет где-нибудь там. Ну что же, может тут что-нибудь все-таки есть? Ну-ка, может нам повезло, и мы... Ну, вот тебе и повезло. На самом деле, действительно повезло. Если тебя еще не заберу. Да не, я этим уроном не делал. Смотри, один в штаны наложил, убежал. Да, хотел братюнь позвать. Зови братю. Нормальный такой. Так, что-то полезное есть? О, нормально. Вот что-то полезное. Выпьют общение. Неупокоенные призраки готовы растерзать любого. Ну, уже лучше все подряд не подбирать, иначе ваш инвентарь просто порвется. Человеческая кровь вернет их к жизни, которые они однажды лишились. Клейкие сапоги. Острые кожаные перчатки. Название, конечно. Разные. О, нормально. По стенам будешь били. По потолку. Потом, не знаю, как Бэтмен забирать сверху всех. Эх, Диман, ты так пулемет удивлялся. А если скажу, что ждут, нас ждут гранаты. А получится? При руне, да. Дымовые даже. И чем тут дым поможет? Ну ты типа уходишь в дымовуху и там противники тебя теряют. Ну в теории это звучит так. Так. Ну чё за арбалет лежит? Ну а монстров все становится все больше. О, арбалет, кстати, что-то его не за... А, это... Хрень. Да вообще, вещи здесь делятся, можно вещи различать по названиям. Хрень нормально. Серые — это самые убогие вещи, просто не берите их никогда, даже на первых уровнях. Есть белые вещи, их, ну, я уже говорил, до 7 уровня можно подбирать, а потом они просто будут забивать ваш инвентарь и... На рынке стоят дешево, а хорошими качествами они обладают. Синие вещи, это уже, вот их подбирайте, можно подбирать вплоть до 60 уровня. Они обычно обладают, да не обычно, они обладают одним или двумя необычными магическими свойствами. Абсолютно рандомно. Есть желтые вещи, у них несколько рандомных. И легендарные вещи, оранжевые, они обладают эффектом, который может снять только у них там. Например, призыв ангела случайно тоже. Бьешь, ты оп, ангел с тобой. Привет, братюнь, я тебе помогу. И, а, есть еще зеленые вещи, это сетовые вещи, то есть вещи из набора предметов. Ну, собрав набор или часть набора, можно получить хорошие плюшки. Достаточно приличные. Так, стоп. Я еще там не обследовал. Сам пойду один закуток расследую. Если там ничего не найду, пойдем это. Ниже. На кладбище. О, как я вас пропустил, ребят. Везем с собой кота. А, сейчас я знаю, я сейчас круг сделаю. То есть сейчас я
Сейчас я вот здесь, и выйду я вон там. Не, может, это не так. Ставлю 100 рублей. Нет. Элитон. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Сейчас тут не погореть. Кто пропал? Это его звали? Нее. А нет. Спрятаться хотел. Он засал. Сука. Ну я не уседу. Седьмой уровень. Ну что же, посмотрим, что мы получили. Руну на бросок кинжала. Не густо. Не густо. Ну что же, на этом, думаю, будем прощаться. Мы еще не раз вернемся. Я думаю, я доберусь до 60 уровня и, может быть, даже не умру. Но если умру, я буду дико плакать. Заново начнем. Ну да. Только по крайней мере, придется. Ну или хотя пойду в обычный режим и перестану выпендриваться. Ну что же, до свидания. Удачи вам. Ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте. Всем пока. Пока.